Нет, это вовсе не стандартное занятие по физкультуре. Воспитанники подготовительной логопедической группы детского сада номер 6 «Золотой ключик» приняли участие в необычных веселых эстафетах. Сегодня наши дети смогут показать и проявить себя не только в своей силе, ловкости, быстроте и умелости, но также проявят знания, которые посвящены правилам дорожного движения. 15 подготовишек разделили на две команды – водителей и пешеходов. Им предстояло не только быстро и правильно выполнять задания, но и продемонстрировать свои знания правил дорожного движения. Помогал им Карлсон, так удачно залетевший в гости к ребятам. Сперва участники показали, хорошо ли они знают значение дорожных знаков. Осторожно, дети! Главная дорога! Уступи дорогу! Въезд запрещен! Лежачий полицейский! И, как видим, ребята с этим заданием успешно справились. Затем им предстояло поучаствовать в автомобильных догонялках, быстро найти парковочные места, объехать препятствия на самокатах и правильно собрать два светофора, один для водителей, другой для пешеходов. В результате дошколята повторили правила поведения в общественном транспорте, на пешеходном переходе, при переходе проезжей части с самокатом. Цель данного мероприятия – продолжать формировать представление детей о правилах дорожного движения. В принципе, по правилам дорожного движения у нас проходит мероприятие ежеквартально. Сформировать навыки поведения юных пешеходов на проезжей части и в черте города – совместная задача родителей и педагогов образовательных учреждений. Активно помогают им и сотрудники госавтоинспекции. Замечательные вот такие занятия в детском саду, они плодотворно влияют на поведение наших детишек. Ну, могу сказать, что из 11 дорожно-транспортных происшествий в прошлом году только по вине двух участников дорожного движения детей были совершены ДТП. Остальное все это были участниками виноваты водители. Обе команды показали отличные результаты, поэтому были награждены дипломами участников, памяткой пешехода и световозвращающими наклейками. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.